Сынок, что здесь это? Валяешься, простудишься, вставай! А ты, я что-то даже совсем не помню, как здесь оказался. Ну давай, вставай, потом уже дома поговорим. Отец помог мне подняться, мы пошли в квартиру. Уже дома батя посмотрел на меня более внимательно. Постой, постой, а что тебя здесь под глазом-то назревает? Тебя что, побили? А, да не, я там просто это, шел, подскользнулся, упал. Очнулся уже с синяком. Ты что, прямо на глаз упал? А ну-ка, все, надо сейчас полицию звонить, пусть они разбираются, а что там ты упал? Я попытался остановить отца, но он был непреклонен. Алло, полиция! У меня сына побили! Приезжайте срочно! И ничего не побили. Подумаешь, царапина. До свадьбы с Машкой большие глаза точно заживет. Пока мы ждали полицейских, я успел достать телефон и поиграть пару каток в Бравл. Ну а что, Гейла-то прокачивать нужно. А что ты за Мортиса не играешь? Он же тоже крутой. А что спорили-то? Да представляете, товарищ капитан, они говорят, что Гейл плохой боец. Типа его почти любой вынесет. Да Гейл вообще топчик. Он на любой карте себя показать может. Но самый крутой и универсальный. Батя был в шоке. Полицейский вместо того, чтобы расследовать дело, спорили об игре. Это, ребят! Too good.